Ну что ж, надо принести констеблю Ольверу пожрать. Вернее, поесть. Культура речи. Как я думаю, еда в столовой, то есть в салоне. Я думаю, это уже будет последняя часть, ребята. Ну, я так думаю. Да, подсмотрел прохождение, мы уже близки к концу. Ну да, я так и знал, что еда здесь. Это логично. Что бы констебль Оливер не хотел, он получит ветчину и яйца. Ну, ветчина и яйца, довольно-таки вкусно. И сегодня немножко соли для нашего констебля. О, да, немножко соли. Хотя я люблю соленое, кстати говоря. Ваш сам принес. Констебль Оливер. Констебль Оливер. Ham and eggs. Ветчина и яйца. Горяченькие. О, ну я должен... Ой, не говорите, что... Что я вам помогаю. Ночь была тяжелая, правда? Вкусно. О, соли как раз порядок. О, как хорошо, спасибо. Вы что, не думаете, что я помою еще посуду? О, конечно, нет, ваше величество. Это была хорошая еда, без вопросов. I have to talk to the young fellow if I want to get into and could this. Так, надо с ним поговорить. The constable is quenching his thirst with a bottle of water. You'll have a problem when it's empty. Нужно бы обсташить бутылку. Constable Oliver is drinking the water he brought along. Without it, he'd get very. Хорошо, как же нам ее быстренько опустошить? Если бы рогаткой. If I had some ammo, I'm. Нам бы и припас нужен. Так, ничего не пойдет. По-моему, было нормально. Так, идем за снарядами. Для рогатки. Опять же, я подсмотрел, где их взять. Вот здесь. Ага. О, маленькие камушки. Это же идеальное преступление. Perfect ammunition for the slingshot. Потрясающая амуниция для рогатки. Поднимаемся наверх. Маленькие камушки — это идеальная амуниция для рогатки. Теперь мне просто нужна подходящая цель. Думаю, вплотную-то не надо подходить. Отойдем подальше. Хорошо. Всех на виду. Ой, разбил бутылку. Hey, Zelda, what in blazes was that? Эй, Зельнер, что это было? What? Что? Меня что-то ударило. You mean, someone shot at you? Что, кто-то выстрелил в вас? Да. Нет, я не знаю. I was riveted by the. Ой, вы что видите? Нет, я тут заувлекся видом. Мы, швейцарцы, не привыкли на горизонт такой смотреть. И у меня бутылка сломалась. Не верю в это. Вы могли бы водички принести?
начиная яйца были... Ой, извините, мне нужно продолжать соследование. Ну, пусть посмотрим, как долго сможет жажду, жажды сопротивляться. Не так долго. Ну, то, что я и сказал, не так долго. Все, наконец-то мы поболтаем. Нервничаешь? Я бы тоже нервничал в твоей ситуации. Кто он? Кто ты? Меня зовут Адил. А ты? Констабль Зельнер. Почему на корабль пробрался Адил? Хотел домой отправиться. Ты египтянин? Работы в Италии нет. Я хочу снова к семье. И так у тебя нет денег. Ты забрался на корабль зайца. Ну а и что, если я даже это сделал? Ну так, это ты вышибил меня? Нет, да никогда. Нет? Так, а где ты был, когда меня атаковали? Да я ничего свой даже не взял. Я просто пробрался на кухню и взял пару банок с едой. Интересно. И откуда знаешь, когда меня атаковали? Ну, я думал, это было вчера. Ну, недавно до того, как... Не задолго после того, как мы отчаяли. Так, убийство. А что ты искал на палубе вчера ночью? Я прятался весь вечер. Я хотел выйти на свежий воздух, увидеть звезды. Но потом неожиданно все искали меня. Ты был что, в одном из кабин? Видел кого-нибудь на палубе или на крыше? Нет. И после того, как мы тебя арестовали, английский полицейский меня положил в камеру, потом ушел. И я здесь был все время. И ты ничего не заметил? Нет, ничего. Выстрел. Что насчет выстрела? Слышал? Да, английский полицейский меня уже арестовал. Мы выстрелили этот шум, мы услышали шум, и я так оглянулись. Потом бой поспешил, чтобы избавиться от меня. Он меня почти столкнул с лестницы. И он меня бросил, потом был выстрел и сменил звонок. Я боялся, что корабль утонет. И я был как сова в ушке. В общем, констебль Оливер не был с ним. То есть он не знает, где был констебль Оливер. Это подозрительно, потому что Оливер постоянно во время этих махинаций, Оливер единственный, кого в принципе есть алиби, но с другой стороны, конкретно что он делал, никто сказать не может. Я бы не удивился, если бы он был подельником. Хотя вряд ли, слишком уж очевидно. Вот этот, ну это никак не ворон. Он был уже здесь, когда был выстрел, поэтому нет, он не может быть вороном. Конечно же, не констебль, а инспектор Легранд хочет, чтобы он был вороном, но это не так. Акцент. Мне сложно поверить вообще слов в той истории, потому что я иностранец, потому что... Ну, потому что ты, похоже, что выучил наш язык за день. Вообще без акцента говоришь. Верь или не верь, как хочешь. Отвлечение. Кто тебе заплатил, чтобы отвлечься? Что? Ты пошел гулять по палубе и дал себя заметить. Пока все искали, охотились за тобой, твой партнер выстрелил в баронессу. Нет, ничего не делал. Не хотел никого отвлекать. Я хочу просто домой. Ты лжец. И плохой. Но, сэр, я правду говорю. А я ворон. Инспектор Грант с тобой разберется. Он про убийство, конечно, ничего не знает. Хоть и прет. Очень жалко. Просто надо искать. Меня больше интересует выстрел, который был произведен здесь, ночью. The young man is lying. He can't have anything. When we heard... Изучить локеры. То есть шкафчики. The cargo hold also seems to serve as a check. At least. Это мы знаем. A stroke of luck. The luck. Как повезло. Открыто. Oil-stained overalls. Все замазано маслом. And here. А здесь. Старая коробка с инструментами. It's been through a lot. Через многое прошла. Уже краска сошла, помятины есть. Возьму с собой.
кусачки, немножко проволоки, какая-то масляная ткань. О, и отвертка. Возьми все, что надо, чтобы сломать дверь. Короче. Ну, сейчас на раб посмотрим. Он мог быть ответственен за удар по моей голове и мог что-то украсть из буфета. Но он не криминалитет. Какая жалость. Я ожидал большего от этого допроса. Легран пусть попробует с ним свою удачу. Так исследовать дырку от пули. Кто бы ни сделал выстрел, он ударил по ящику. А что, стрелок просто хотел раздразить меня, или... Может, ему нужна была пуля? Ничего не видно. Если пуля все еще в дебере, она довольно-таки глубока, я не могу достать ее пальцами. Еще раз, может, там что-то в итоге бы откроется. А, понятно. Выдернем пулю отверткой, но... Я думаю, пуля еще в дереве. Я не специалист по оружию, но на первый взгляд, я бы сказал, это абсолютно та же пуля, которую доктор Герхард даром мне для Легранда. Это бы значило, что убийца также стрелял в грузовом отделе до того убийства. Но зачем? Да, действительно, вот зачем? Они просто хотели убедиться, что старая пушка все еще работает. Или это было что-то еще? И была ли это пуля из того же оружия? Я только могу это проверить в кабине Легранда. Ну, в общем, нужно провести исследование, скажем так. Пройдем туда, может, там еще что-то есть. Хотя вряд ли. Кто-то поставил пульт управления на полку обратно. Это неудобно путешествовать вот так. Даже если ты молодой и худой, как наш гость в камере. Я мог взять одну из пил как сувенир. Но с другой стороны, но это будет мне напоминать о моем неэлегантном освобождении и об ударе. Ну и в принципе уже можно наверх. Мы получили здесь все, что хотели. А, в цель все понятно. Ой, я заметил, что дверь никто не охранял, просто убедит, что все было в порядке. Скажите от Легранду. Он ясно сказал, чтобы никто не говорил со свидетелем. Вы не обращали внимания, все нормально. Пойдем к Легранду и скажем ему все, что произошло. Вы заснули, и вы оставили дверь неохраняемой. Ну? Идем? А, не... Ну, не надо снова. Конечно же, нет. Да, у нас впервые так много предметов в инвентаре, что, видите, стрелочка была. Да, замок не очень сильный, я с проволокой бы смог это открыть. Ну вот, открыл. Хорошо, и как? Хорошо, я пока что не совсем понял. А, вот так.
немножко. Немножко тут. И немножко тут. Надо потестировать. И здесь же не надо выше поднимать. Лучше бы он ее сам открыл. Это так странно, я полицейский, я взламываю замок. Пока что не густо. Так. Надо вначале хоть тут что-то исправить. Нет, один мы подели. Один замок, да, где-то линия нужно бы приопустить немножко. Почти. Еще немножко опустить. Идеально. Вот уже два есть, надо так, где углубление? Идеально, так, теперь тот. Ого. Это немножко приопустить. Уже почти. Так, осталось поднять вот эти два последние. И убрать неудобно, она маленькая. Так, сейчас надо вот тут бы поднять немножко. А здесь прям бугры поднимем. Посмотрим, что будет. Так, почти. У нас так вот... Понял, где. А, вот хорошо. Последнюю нужно-то поднять. Давай, вытаскивайся. Сработало. There we go. Вот так-то. Изучим-ка мы сейф. A lock master and son. Lock master и сын. Сложно взломать. Если бы я хотел украсть глаз, я бы сконцентрировался на трех ключах. Еще. Если все идет по плану, первый раз, когда этот монстр будет открыт, это в музее в Каире. Скрестим пальцы. Так, кровать. Аккуратно сложенный и неиспользованный. Легранд не спал с того времени, как мы отплыли. И на поезде тоже не спал. Короче, он дико устал. Это точно. Так, изучить стол. Потом надо ванну изучить, он нам что-то делал. Так, полицейский. Файл Легранд на волне. Толщиной в сантиметр, он бесполезен. Да мы даже не с Вордом деремся, он до этого не видит. Да, тот, с кем мы боремся, это подрывник и убийца, а не Ворд. В точке ничего нет. Я думаю, это какой-то стимулянт, легальный или нет. Легранд уже 30 часов не спит, может быть больше.
I shudder to think what kind of side effects this stuff might have. Я даже не хочу думать, какие есть боковые эффекты, ну, эффекты побочные этой фигни. The risk that he could miss evidence or endanger himself and others is too high. Риск, что он может упустить доказательства или подвергся опасности, слишком велик. Ну это да. This is the pipe from это та труба из грузовых секретов. Легранд ее на предмет опечатков изучил, но, по-моему, она еще в пыли. Нет. Nothing to see on the end of the pipe that the attacker held. Ничего не видно на той стороне, которую держал атакующий. Или он почистил трубку, или он был в перчатках. This file belongs in a museum. It's history. Этот файл надо в музей положить, это история. Нужно инспектору на настоящем сконцентрироваться, это да. Тут нет больше ничего за этим столом. Надо изучить ванную. Запах. Пахнет химикатами. Легранд там, скорее всего, фотографии проявляет. Но там еще есть фрагменты сиринги, которые разломил инспектор. Почему он себя так двигает вперед? Разве поимка Ворона стоит разрушения его карьеры и здоровья? Посмотрите на фото. Legrand must have taken them yesterday at the crime scene. Legrand, наверное, вчера их взял на месте преступления. Yes, that's how we found her yesterday. Да, вот так мы ее нашли вчера. Я так думаю. Я вчера не был с собой. Ничего подозрительного. Да, это кровать. И пусть. The spot on the sheet is much bigger than the one on the mattress. На простыне. A lot of blood, I'd say. Крови больше, чем на матрасе. Там довольно-таки много крови, я бы сказал. The blanket and the sheet are gone. Одеяло и покрывало уже нет. Я думаю, они в медицинском центре. Так. A rough diagram of the ship. Такая краткая диаграмма корабля. Legrand marked the baroness's cabin. Legrand пометил кабину баронессы. Seems like he didn't turn up anything else of note. Похоже, что он больше ничего тут не заметил. Shot in her sleep. Застрелена во сне. She didn't feel. Она ничего даже не почувствовала. She went to sleep. Она заснула и никогда не проснулась. Хорошо, дальше. Постоянно вот горло забито, так трудно говорить. Вернее, не то чтобы трудно, а просто неудобно. Это фото показывает общий вид на сцену преступления, на место преступления. Хорошо, хватит расследовать, идем сюда. A masterpiece. Forensic teams use kits like these, placing increasing importance on the preservation of evidence, but not in Switzerland yet. It's a small lab. Маленькая лаборатория, чтобы проводить простой анализ на месте. All right. Хорошо. What? Что у нас тут есть? Кисточки. Половина инструментов здесь и для археолога сгодятся. Archaeology are really quite similar to each other. The goal is to find out what happened. Да, цель этих инструментов понять, что произошло. For forensics in the woods or the open country, I suppose. Так, fingerprints are overrated. Smart thieves wear gloves, or they make sure that there are too many fingerprints at the crime scene to. Good Lord. Good Lord. Еще химик. Good Lord. Так, нам нужно изучить пулю. Открыть ящик. Буклет изучить. Это какой-то инвентарный лист. Для каждого химика. Маленький комментарий о композиции химиката, как его использовать. Это самые важные процедуры. Так. Gunshot residue. Кровь. Не нужно изучать подушку и перья, чтобы что это был выстрел. Я это чую. А у меня сейчас больше ничего нет. Так, закончится расследование. Открыть ящик. Да, да, книга была бы полезна, если бы мне было что анализировать. Я думаю, да, мы можем закончить расследование. Он не хочет ничего анализировать.
Он просто берет и крутится на месте. Вот так. Так. Изучить микроскоп. Микроскоп. Похож на тот, который Люс Райхингер использовал в своей фармацевтике. Просто современный. Там ничего нет, и поэтому смотреть не на что. Нам надо бы сравнить две пули, кстати говоря. Окей. Хорошо. Вообще сомнительный способ сравнения пуль. Ну как по мне, но и опять же я мало чего понимаю в таких делах. У вас есть вообще-то вторая пуля, маленькие гости? Мне нужна вторая пуля для сравнения. Так, надо снова изучить стол, где-то там должна быть вторая пуля. А, взять ее. А, that's the bullet, это та пуля, которую доктор взял из тела баронессы. Надо проверить, тут точно больше ничего нет? Вроде не вижу, но... Откуда мне знать? Так, он в конце будет. All right. Хорошо. А, ну да, ты сам сравнивать не будешь, я думал тебе сказать. Не знаю, похоже, не похоже. Постой, постой. Разве не похоже? А, там много чёрчи. Ну ладно, много такого. Да вот доказательство. Кто бы не выстрелил в баронессу, он также стрелял и в грузовом отсеке. Что это могло бы значить? Хорошо, теперь нам надо проверить и кровь баронессы. Помните на простыне, но мы ее взять не могли. Нам нужно сейчас взять какой-нибудь инструмент. Уж без инструмента мы вряд ли сможем. О, вот. Oh, how practical. О, как практично. A hermetically sealed cotton swab for collecting samples. А, это... I'll take it. Это, ну, в общем, штука, чтобы собирать образцы. A small glass bowl. Маленькая мисочка, чтобы мешать химикаты. Я думаю, пока нам этого хватит, чтобы собрать уже пятно. Так, идем в кабину баронессы. Пока что инспектор у нас очень занят, пока что. Так, образец. Всегда хотел это сделать. That should be enough. Наверное, хватит. Даже кивнул. Ладно, да, я думаю, этого точно хватит. Все, пошли, будем изучать. Надеюсь, нам не нужно с чем-то сравнивать это. Будем надеяться, так что давайте идем вперед. Да все чисто на горизонте, парень, давай.
Хотя да, нам нужно уже идти туда. Изучать тут много можно всего, но смысла нет. Мы все еще изучили. Вот тебе и образец. И что дальше делать? Ну, я принес образец. Так, хорошо. Значит, почитаем мануал на кровь. Там что-то было о образцах крови? Так, отпечатки пальцев. Определение выстрела. Кровь. Хорошо. Нужно смешать люминол и гидроген периоксида, чтобы получить, ну, в общем, она, то, что у вас получится, будет синим или и светиться. Хорошо, люминол. Хорошо. Вот это оно, и вот, вот это второе. Люминол. Ага, люминол. И макнем кровь. Maybe oxygen is an issue, or it doesn't work. All right. I think maybe. Ну что, на ватку его капну, то я не совсем понимаю, как. Знаете, я просто, я не знаю, я занимался биологией, но все эти опыты, которые я делал, были очень... То есть там даже оценки за них не ставили, просто я их делал там чисто по указаниям, и все, я не занимался опытами, в принципе. Он хочет, чтобы я на ткань ее... Я не могу сделать это в обратном порядке. А, вот, пупитр или что-то, пипочка. Хочу, надо в пипетку его засунуть. А потом уже анализировать из нее. Хорошо, это в пипетку. Ну, посмотрим, что у нас тут здесь. Просто она маленькая, ее не видно. Крови нет. Да даже реакции малейшей. Если я не ошибся, и это было несложно, тогда та точка на кровати Баронессы — это не кровь. Но если это не кровь, то что это? И более важно, почему доктор Герхард ничего не заметил? Он должен был все изучить. Думаю, мне нужно бы зайти в медицинский центр. Да, правильно. Доктор темнит, явно. Тем более, он, видите, он им бокал нам дал. Ну, мне кажется, вот теперь я на доктор уже думаю. Идем в медицинский центр. Доктор Герхард закрыл ее снаружи. Ах, кто бы захотел быть поприветствован трупом, когда пойдешь завтракать? Похоже, что невозможно, что доктор Герхард мог застрелить баронессу. Он был со мной, когда был выстрел. Но он, наверное, заметил, что баронесса лежала в луже крови. Может быть, он что-то скрывает. Ну, посмотрим. Для экстренных случаев. Если пассажир упадет и не может ходить. Ну, или из-за морской болезни, или из-за бара, который есть у капитана. Ну да, из-за бара скорее. A tape recorder from
Записыватель кассеты Зиблинга. Интересно. Колесико из комбина Мерса из того же. Микрофон был в рекордере. Может быть, доктор Герхард записывает результат своих исследований и пишет их, записывает их потом. Так. Изучим комотроп. Потом проверим колесико. Думаю, что мусорка вот там. Right. Хорошо. Бумажные полотенца, пластиковые пакеты, картонки. Эй, постойте. Перчатка в крови. Это что такое? Разорванная перчатка. И на ней красная жидкость, похожая на кровь. Я ставлю хорошие деньги, что это та же фальшивая кровь, на которой я нашел в кабине у баронессы. Доктор Герхард, будет проблема, объясняя, как фальшивая кровь оказалась на перчатке в мусорном ведре. Сначала он пропустил кровь в кабине Мерса, а теперь это. Плохо выглядит, доктор. Для меня достаточно доказать, что доктор во всем причастен. Надо искать Легранду. Так, изучить, записывать кассет. The player is rather basic. О, довольно-таки простой плеер. Sturdy, practical. Так, хорошо. Я думаю, мы уже можем применить вот это. Что нельзя? The player is rather... Он, в общем, простой плеер, блин. Он простой. Что, мы не можем применить кассетки? А, обыскать ящик. Интересно. О, кассета. О, кассета на реле. О, она относится к тому плееру в кабине баронессы. Я не уверен, что это та реле, которая пропала, но, возможно, это она. Что тут есть еще? Использовать... проверим вот эту пленку. Окей. Хорошо. Nothing. Ничего. Strange. Странно. There. Вот. Выстрел. Very. Очень интересно. То есть выстрел не настоящий. Похоже, раковину недавно почистили. Я не знаю, как ее чистили, по гигиеническим регуляциям или были другие причины. Так, теперь нужно изучить вот это, мне кажется. Все еще нет? Выстрел записан на кассету, которая была в кабине. Все кусочки уже вместе. Я думаю, нам пора выходить. Пора зайти к Легранду. Да, у нас доказательств более чем. Доктор. Не надо, я... Все, первая глава кончилась, а остальные две будут, вот еще одна будет 23 августа, а третья глава будет 23 сентября. Так что, ребята, если вас это заинтриговало, советую вам подписаться на канал и ждать еще месяц. И второй месяц, чтобы увидеть уже концовку. Вообще интересно, мне нравится этот квест, довольно интересный, не сказал бы, что он необычный или показывает там что-то очень новое, обычный квест. Довольно-таки нетрудный, что приятно, конечно же. Но интересный при этом. Так что, да, это интересно. Мы видим, что доктор причастен, но он не ворон, он не убийца. То есть, в принципе, даже никто и не... Ой, я использовал столько. Неплохо.
Видите, я разгадал 4 секрета. Плюс 8000 очков. Использовал, конечно же, подсветку очень часто. 89 раз ее использовал, сняли. Подсказку, я даже не знал, как ее использовать, поэтому, так сказать, жил без нее. Извиняюсь. И, в общем, это была первая глава, как нам говорят. И, как я понимаю, можно нажать на новую игру. И, видите, здесь будет вторая глава и третья глава. Как я понимаю, это будет то, кому уже с корабля съедем и будем, ну, на вокзале. А это потом уже третья глава в музее в Кайри. То есть будем уже, так сказать, ловить убийцу за хвост. Или за жабры, или что у него там есть. В общем, спасибо за просмотр, ребята, и пока.